Умышленная подделка подписей избирателей в подписных листах – теперь уголовно наказуемое преступление. Наказание до 5 лет лишения свободы. Верховный Совет принял поправки в закон. В рамках гармонизации приднестровского законодательства с законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная ответственность за подделку подписей избирателей в подписных листах, заверение подделанных подписей и незаконное использование персональных данных избирателей при сборе подписей и при их фальсификации. Уголовная ответственность наступит только в том случае, если будет доказан прямой умысел лица на наступление таких вредных для общества и государства последствий. Поправки в закон устанавливают также некоторые дополнительные гарантии для кандидатов. Так, если при внесении в подписной лист адреса избирателя пропущено слово «дом», «квартира» или «комната», такая подпись не будет забракована избирательной комиссией. Между тем, подписи будут признаны недостоверными, если их собрали лица, замещающие государственную должность, либо сотрудники органов государственной и местной власти.